Смотрите в этом видео. Вторая кокора для Николая. С речки Айва. Практически то же самое, что в предыдущем. Но все заново. Вот, чтобы не было вот такой вот беды. Всем привет. 12 июня. Пока погодка есть, решил съездить на вторую лодку. Лодку буду делать Николаю. Я понимаю, с той же речки Айва. Северодвинский приток. Понимаю. Выем. Скорее всего, Айва это в Вынь впадает. Моторчик надо погреть. Вот лодочка, которую делал в том году, у пацанов стоит. Лишненько. Воды не хватает. А вот лодка другого мастера, который меня учил. Я уже упоминал азы. Женька Карпинцев делал. Тихонько поедем. Тройка корочки, а погодка есть. Приедем, я сделаю небольшой обзор по лодочкам. Смотрите. Вот, нашел, вальнул уже деревце. Чайку попить. Удачно все получилось, упало хорошо. Сейчас обрубаем сучки, шкураем. И все как обычно. Разметка. Надо куда камеру-то поставить. Не вижу, в принципе, смысла снимать одно и то же постоянно. Буду так, коротенько. Вот, 8:20. Вы просили, Николай. Ну вот, выпилил. Корку. Потерял гайку от пилы. Все обыскался, не могу найти. Прямо здесь у меня слетело. Вместе с шиной. Не способ наших пилить. Вот одна не хватает. Японский бог. Все, не было печали. Да, может с магнитом потом приезжать. Сейчас чайку бабахнем. Все будет нормально. Достал. Вот процесс пошел. Проталкивание. Сегодня погодка хорошая. Так даже жарковато, но не жарковато. Просто толстяк накопил жир за зиму. Так. Да. Так не получится. Еще
его надо затолкать. Вот осталось. Сегодня не так далеко. На лодочке отпущу, пусть плывет. Ну вот, скинул. Сейчас поплывет первый путь. Пошла, родимая. Мы ее потом догоним. Все загрузим. Еще два полежки надо срубить на козлике. Там он рядом кокорочку. Женя, наверное, валил. Ливонного деревца. Откусаем немножко. Отсюда пару возьму, и нормально будет. Тоже не узенькую Женька берет. Видите? Другой мастер с нашего поселка работал. Тоже все забрал нужное. Молодец. О, все, загрузился. Отправляюсь. Здесь сырой. Ну, сейчас немножко и поедем баланчик цеплять. Давно не сплавлялся. А, сегодня погода хорошая, можно природкой полюбоваться. Вдохнуть, остыть немножко. Верховой где-то вот по речке как бы нету. Поверху он там начал ветерок. Ну, хорошо. Погода что-то вообще в этом году никакой стабильности. Ну вот мы зацепились. Вот моя кокорочка Николая. Бежит. Ветерок поднялся. Спокойненько поедем, торопиться не надо. О, как на двух лодках еду, ёшкин кот. Вот подъехал. Сейчас будем разгружаться. Вот хочу еще показать. Заносик тупой, вопросы задавались. Видите, как делаю я? Он монтирован. Видите, работа другого мастера. Просто набито. Вообще это делается для того, чтобы не было нюансиков. Сейчас я вам покажу. Вот, чтобы не было вот такой вот беды, блин, потом.
вся разница. А когда делается вот так вот, как я делал, такой беды не происходит. Есть ручка, за что можно хорошо держаться, если протаскиваешь лодку на перекате, на мелководье. Вот и все плюсы. Вот поднял я кокорку. Все. На сегодня хорош. Комментируйте. В следующем видео начнем обработку. Снимать. Придавать форму. Сейчас пока запаковано вот так вот. Чтоб не сохло. Что это все водой проливается. Чтоб трещину не давало. Сейчас быстро надо будет все обрабатывать. Может, не такое подробное видео пойдет. Ну ладно, всем счастливо. До связи. Также смотрите следующее видео. Обработка кокорки. Вот это. Сверху. Сейчас выравниваю всю площадку полностью. Сгибами. Все это снимается. Потом все это отстреливается также ниточкой по центру. Вот смотрите. Кривизну. Видите? Потом увидите ее в идеале.